Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья и сестры, наши подписчики. Хочу сегодня объявить об официальном старте нового нашего проекта, нового нашего канала на YouTube, который называется Фазкуруни. Иншаллах, с помощью Всевышнего на этом канале появятся различные интересные рубрики, будут ответы на ваши вопросы. Постараемся сделать все возможное, чтобы этот канал был максимально информативным, максимально полезным и нужным для вас. Канал пока с помощью Всевышнего Аллаха будет работать в таком пробном тестовом режиме, а дальнейший его успех, дальнейшее его развитие, естественно, будет зависеть не только от нас, и от вашего активного участия и вашей поддержки. И название, почему мы остановились именно на этом названии, название «Фазкуруни», это начало аята 152 аята суры Аль-Бакара, где Всевышний Аллах говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, фазкуруни азкуркум». «Вы поминайте меня, я буду вас поминать», — говорит Всевышний Аллах. Вот этот аят, он так же, как и все аяты Священного Корана, они заслуживают того, чтобы они были лозунгами. Каждый аят — это лозунг для нашей жизни, на всю нашу жизнь. И этот аят, он, в котором Всевышний Аллах говорит о высокой степени своих рабов, когда рабы посредством своего поклонения, усердия в поминании Всевышнего Аллаха достигают той степени, в котором Всевышний Аллах постоянно проявляет о них свою заботу. Это та цель, к которой мы все должны стремиться. А мы с нашим каналом постараемся внести хоть какую-то лепту в том, чтобы всем облегчить движение к вот этой высокой цели, иншаллах. Так что, дорогие братья и сестры, будьте с нами. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Всегда будем рады вашим пожеланиям. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.